Детские оладушки на кефире. Очень вкусные, пышные, аппетитные, сладкие, не оседают и не становятся плоскими. Готовим детские оладушки на кефире. Подавать оладушки можно с вареньем, сиропом, сгущенкой, чаем или молоком. Такие оладьи с большим удовольствием отведают не только дети, но и взрослые. Чтобы оладьи после приготовления не оседали, были пышными и пористыми, важно соду добавить в самом конце. Еще важный момент. После того, как тесто будет готово, Мешать его больше ни в коем случае нельзя. Ингредиенты. Кефир 250 мл, 2,5% жирности. Яйца куриные 1 штука. Сахар 1 ст. Ложка. Соль 1 щепотка. Мука пшеничная 230 грамм. Масло растительное 80 мл. Сода 0,5 чайных ложки. Количество порций 4-6. Подготовьте все ингредиенты. В миску вбейте куриное яйцо, добавьте сахар и соль. Взбейте все при помощи венчика. Добавьте кефир, он должен быть теплым, примерно 37-38 градусов. Частями просеивайте муку, перемешивайте ее при помощи венчика или ложки. Замесите густое тесто, оно должно спадать с ложки частями. Добавьте соду, быстро перемешайте. Все, тесто больше мешать нельзя. Оставьте тесто отдохнуть на 10 минут. Сковороду разогрейте и влейте масло. Выложите столовой ложкой тесто. Жарьте оладьи с каждой стороны по 2 минуты. Приятного вам аппетита!